Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня будем готовить свиные отбивные. Для этого я взяла свинину, нарезала ее кусочками поперек волокон толщиной чуть более сантиметра. Отбила, посолила, поперчила с двух сторон. Теперь обмакиваем в муке и в кляре и обжариваем в масле. Для кляра я взяла яйцо и молоко. Одно яйцо размешиваем, добавляем молоко, ложки 2-3. Присаливаем. Берем мясо, обваливаем в муке. И в кляре обмакиваем. И на сковороде жарим. Масло разогрелось у нас хорошо. Обжариваем отбивные с двух сторон до готовности. Отбивные я перевернула и жарю до готовности. Отбивные пожарились минут за 7-10 всего. Я сняла их и положила на бумажные салфетки, чтобы лишнее масло стекло. Отбивные можно подать с кетчупом. У меня домашний кетчуп. Сейчас будем пробовать разрезать. Отбивные изготовились. Мягкие, сочные, вкусные. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго! До встречи!